Всем привет, друзья! Значит, сегодняшнее видео будет, скажем так, характера мастерской посвящено. У нас сейчас дождь идет уже сутки, и мы занимаемся мастерской. Покажу вам свои обновки, новинки, ну и чем занимаемся. Сейчас вам все покажу. Друзья, значит, сбылась, как говорят, мечта. Приобрел я такой фрезерный станок 675. Я уже даже пробовал точить на нем, фрезеровать. Поделал прижимные планки, все как бы нормально, все работает, все точит. Но не хватает материала. Вернее, нету кисков станочных, нету поворотного стола. Это временно. Почему говорю временно? Потому что данное оборудование транспортной компании завтра должно приехать в Тимашевск. То есть мне уже осталось его забрать. Потихонечку комплектуем его. Станочек в очень хорошем состоянии. Не шумит, ничего, все работает. Все подачи, все, даже централизованная система смазки, все работает. Сейчас я вам покажу, что я делаю. Вот вчера дождь шел. Так, вытащили вчера вот такой вот конус Морзе. Четвертый под дисковые фрезы крепления. Значит, оснастку делаю. Вперед я вам показывал эти конуса. Гляньте, они немножко разные. Меня это напрягло. Ну, в принципе, зажимает и этот, все отлично. Но... потом сейчас вернемся. Пересверлил вот эти фрезы. Они были 14 диаметр резьба. Просверлил, попересверливал. Ну, это вот на многих фрезах. А такие фрезы пособирал. Все их сейчас подготовил под станочек. Осталось у меня 3 фрезы. Вот он, диаметр. Диаметр 14. Вот он. Его надо перерезать. Шпиндель большой не проходит. Здесь 41, шпиндель 40. Будем делать оправочку, чтобы можно было зажать от эти две фрезы, перерезать резьбу. От это тоже 4-й конус Морзе. Точно такая, но она каленная. Сегодня я ее автогеном нагрею, отпущу. И снова ней займусь. Ну, хочу сказать еще. Делительная головка уже на месте дома. Потихонечку. Синусная. Она и туда вращается. Она потихонечку мы, скажем так, обрастаем инструментом. Сегодня сейчас буду еще один конус Морзе делать. Подсверло балеринка. Сейчас я вам покажу. Я вчера начал. Вчера на токарном полуось жигулевская. Вот она была. Я ее протачивал. Материал крепучий до ужаса. Я его до такого проточил по кругу. И от этого вчера фрезерный зажал. Не получилось, я ее не отпускал, полуось, вот она с такого металла, не знаю какой крепости, но фрезер ее не взял. Даже твердосплавные пластины. От этого вот я фрезеровал от этой болгаркой. Ну, по привычке всегда. Как бы штангелем промерил. Все четко. Ну, привычка такая. Все делать фрезой, вернее болгаркой. Это готовлю под фрезу балеринка. Сейчас я вам покажу наконечник. Дабы ее не отпускать, не греть, значит, со старого токарного резца сделала такую державку для твердосплавной пластины. Вот так вот она приварится. Это будет фреза балеринка.
Значит, сейчас мне необходимо сделать под нее державку. Державку буду делать 45-го диаметра. Конус Морзе точить, чтобы было тело, чтобы ее можно было вставлять и зажимать. В общем, я вам все покажу. Ну, дождь идет, дождь фигачит, работаем в мастерской. Вот такие, друзья, значит, обновки. По фрезерному, если кто что подскажет, какой инструмент там, если может у кого-то ненужные, скажем так, без дела фрезы валяются, или все, что оснастка какая, пишите, там договоримся. Ну, вот это вот пробный конус был, это потом, и вчера я выставил по индикатору строго 1,5 градуса. Сейчас буду точить, вам покажу. Так, ну вот мы заготовочку заложили, торцанули ее. Сейчас мы развернем, торцанем, зацентруемся и будем уже делать конус Морзе. В общем, показываем, друзья. Частота обработки вообще обалденная. Сейчас будем центроваться. Так, ну вот, в общем, зацентровались. Деталь, значит, конус Морзе 31,5. И толстая его часть. Вот у нас рисочка есть. Сейчас мы ее проточим до 32, от эту часть. И уже непосредственно потом будем делать сам конус Морзе. Как это все буду делать? Так, на шкале. Здесь 1,5 градуса выставлено, но так как от эта рисочка, она, значит, не заводская, она широкая, я по индикатору выставил 1,5 градуса. От этот конус зажал, патрон зацентровал и по индикатору вот эти 1,5 градуса упоймал. Все, сейчас будем делать. Стружка идет. Синяя, марка стали 50-я. Тяжело точится. Ну как тяжело, но синяя. Это говорит о том, что сталь крепкая. Так, друзья, в общем, выточил я. Сейчас иду в станочек, попробую заложить. Если что, нарежу тогда резьбу на 16. Так, пометил, вот он, нулевая точка. Отметочку сделал. Это в случае, если вдруг придется что-то дотачивать, чтобы его вставить туда, как он стоял. Так, осталось нарезать резьбу, друзья. И все по фэншую. Вчера, ох, как классно, вообще прям обалдеть. Вчера вот тренировался, переходную втулку точил. Ну, немножко закосячил, немножечко, и то так, если бы не сказал бы, из вас бы, наверное, никто не заметил. Но так, слава богу, получилось. Короче, я уже делаю первые успехи. В общем, друзья, нарезаю резьбу, и на этом все хорошо на сегодня. Так, друзья, ну, чтобы не быть голословным. Вот он, конус стоит, затянутый. Сейчас мы его отпускаем. Вот мы его затягиваем. Вот, ключиком надо придержать. Все. Все, он затянут. Значит, здесь делаем пропил. Под эту, под балеринку. Станки, ой, тиски придут, мы фрезой выберем, чтобы ровненько было. Сбоку просверлим, нарежем резьбу и будем зажимать балеринку. Все, друзья, на этом шабаш. Конус готовый. Это чтобы не говорили, что рукожоп. Сейчас мы его снимем.
Короче, делаю первые успехи. Я уже сам прямо от себя в шоке. То всегда работал болгаркой, зазоры на глаз. Все нормально получалось. А сейчас уже все как по фэншую. Гляньте, друзья, всей плоскостью, вот следы, всей плоскостью садится. То бишь конус Морзе, все четко. Все, друзья, всем пока. На этом на сегодня хорош. Будем идти да отдыхать. Потихонечку оснасточку мы набираем. Три фрезы еще осталось сделать и все. Но это уже может завтра. Поле, русское поле. Все как по фэншую.